Так а що машина виїжджала, поліцейського стукнула? Я в шокі. Так а що стукнула? Прямо перед нас не успів камеру включити. Поліцей під'їжджає, машина виїжджає. Ось ця машина. І стукає. Разборки сейчас. Что, сынок? Полиция, я штукнула. Полиция. Еще и кого-то ловят. А, че, может, это и хотел уехать, знаешь? Может, хотел уехать? Вон, на кого-то, что вызвали полицая. И это, скорее всего, что хотел уехать или что? Самый дурной город, который я в жизни когда видел. Вот это Саут Каролина взять, там Норт Каролина, походу. Тут такие разборки, это мы уже второй город проезжаем, и та же самая проблема. Тут непонятно, вот походу полицаи вызвали на какие-то разборки. И ехали полицаи, вот там вот где полицай стоит, приехал. Приехал, а ну подержи, тут уже и К-9 подъезжает. Смотрите историю. Подъехали два полицая вот так, туда. Подъехали. Вот там. Ехали полицаи вот так. Сюда и вот так они ехали, ехали, ехали и заехали вот сюда. И пока они что-то ждали, машина оттуда, от паркинга, сдает назад. Он видит, что машина в него едет, начинает ему сигналить именно сиреной. И машина ударяется в него. Но они приехали не по этому делу, они приехали по каким-то разборкам. Остановились, начали разбираться с этой машиной. Но там же у них, так скажем, где-то бандит лазит на этой заправке. То один покидает этого полицая, было два напарника были, и запарковался, поехал на вот эти разборки. Через какое-то время приезжает вот эта вся светомузыка. Во, один приехал, второй, третий приехал. И попробуйте жить вот в таких городах и в таких штатах. У нас в Сакраменто такого я никогда не видел и вообще. И это не первый случай, вот буквально за один час. Мы заезжаем покушать в Макдональдс. Все черные укуренные, одни черные. Я хотел взять, не надо, но мы заказали онлайн, как бы, в двери. Черный стоит, рабочий в дверях, укуренный, страшно, еле на ногах стоит. Я когда это увидел, даже мы уехали, короче, оттуда не покушавшие, мы в другой Макдональдс заехали взять кушать. И выезжаем, куча капов туда залетает в этот Макдональдс. Короче, everything is crazy.